Как не сейчас? Кроссовки чистые? Конечно, чистые. Я же сейчас выиграю, и будет классно. Знакомьтесь, Волсарим Прыгунов. Йоу, чуваки, вассап! Спустя долгое время мы внедряем нового персонажа в нашу мультивселенную с перевоплощением, бро. Наконец-то, вы просили, это уборщик. И мы позвали профессионального игрока, проф-данкера Мирослав Елецкий. Какой я мерзкий. Сейчас Мирославчик просто накажет их, уберется там с кайфом. Ну а мы идем в охранную будку наблюдать за происходящим. Да, пацаны, мы договорились с охранником, он нам даст просто место в комнате, там экран. Мы все будем наблюдать с камеры. Ну что, пацаны, сейчас посмотрим, что там Мирославчик будет вытворять. То есть сейчас у нас вводится прямая трансляция с площадки. Мне потом убирать. Ты чё здесь стучишь? Кроссовки чистые? Конечно. Это мой шанс, это мой звездный час. Где? А вас трое, может это, мы, командами сыграем, да? Просто убирайте, Убираюсь, хорошо, да, давай, ты играй там, покажи, что умеешь. Ой, ну из-под кольца и я могу, конечно. А можно с тобой сыграть? У вас так... обувь нормально есть? Ты, а что, с чем тебе не нравится? Они дышат очень хорошо. А как играть-то ваш баскетбол? Это... Главное, чтобы сейчас не... Да. Бро, ты просто посмотри на эти формы. Это что за девочка пришла тренироваться? О, смотри, мир заходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне вот уже второй раз в жизни так везет, конечно. Как не сейчас? Вы играйте, я не буду вам мешать, мне надо чуть-чуть протереть. Ну, я же далеко так от вас. Смотри, она его отшивает, она его реально отшивает. О! Не подходи ко мне, бойся. Здесь просто скользко было, я наверняка здесь плохо вытер, подожди. Сейчас, я быстро. Выиграю, и будет классно. Ты хоть до кольца добросишь? Ну, доброшу, конечно. Блин, капец, я никогда не был так близок. Ну, давай, я попробую. Ничего, да, что я это, в этой форме, я... Запоминай это имя, Волсарим. Приятно познакомиться, Даня. Их имена мы запоминать не будем. Зачем имена нам проигравших, конечно. Главное, что она верит, что он уборщик. Главное, она верит в это. Просто так, там такой грим, что 100%. Да. Я вас научу бросать, и я тогда уйду. Да, конечно. Вот так вот. Вот вы попробуйте сначала в щит попасть. Знакомьтесь, Волсарим Прыгунов, в честь моего прадедушки. Он, конечно, тот еще был сердцеед. Вы отойдите куда-нибудь вот сюда, чтобы я вас не убил. Вы только не пугайтесь. После пранка надо номерочек, да? Надо пообщаться. Сейчас я тебя заблокирую. Блин, ты говорил, что у тебя вроде бы вторая пара есть. Ну давай, я не знаю, сыграем на нее, пожалуйста. Да. Какие они крутые. Блин, у меня таких никогда не будет, наверное. Давай играть. У меня штаны спадают. Понял, это, пластика, понял? Пластик. Вот, понял, вот так сделай, вот так. Да, понял, и вот здесь сядь. Вот так сделал. Давай, я открыт, я... Нормально.
Я сниму пояс, им кранты. Мы их вычистим с этой площадки. Все, бро, вот он уже начинает, он готовится. Пора, пора, готовится. Пора, пора, все, сейчас эти танки будут, жесть! Сейчас мы тебя вычистим просто. О, это моя чистейшая трёха из всех, что я когда-либо забивал. Нет, защищался. Пацан, наверное, вообще этого не понимает, что происходит. Какой там уборщик пришел к нему. Прости, Милочек, я тебя не убил. Мне показалось, что я тебя чуть-чуть задел. Не в моем чистом зале. Ты большой молодец. Тебе большое спасибо за кроссовки. Мне кажется, ты просто больше. Да, спасибо. Я посмотрел, он отдает ему реально кроссы, прикинь. Ну, вы если вот так вот повторите, собственно, я в целом могу взять швабру и пойти, куда вы скажете, далеко и надолго. А могу в целом и к вам домой прийти уборку. Дедушка, да. Чуваки, сейчас самое время подписаться на канал, кто это еще до сих пор не сделал, потому что огромный процент смотрит нас без подписки. Да, давайте, пацаны, не забывайте про наши инстаграмы и про инстаграм мира. Все сразу подписываемся, там будет вся актуальная инфа про наши следующие съемки. Пацаны, сразу лайк ставьте за такой контент, просто, блядь, 20 тысяч лайков, и мы снимаем сразу следующую часть. Пацаны, просто ставьте лайк за такой контент. Ну, я смотрел, как приходят в зал, прыгают. Я брал швабру, и я такой, я представлял, что я как эти Майкл Джорданы там. Я этот дом чистил не для того, чтобы всякие грязные парни вроде тебя приходили в мой дом и топтали этот паркет своими грязными ногами. Вдвоем меня? Я никогда столько раз не забивал, но сегодня мне везет. Я так устал. Хочешь мяч подержать? Мне кажется, ты до него сегодня не дотронулся вообще. Ой, что-то ты какой-то медленный. Ну на, ладно. Trying to count it up, hell figures. Don't be chillin' with no lil niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's the... У нас ООО «Хупс», компания клининговая. Мы генеральные уборки проводим. Вы если номерок оставите, я обязательно к вам приду. Все, мы почистим вам, уберем. Телеграм. Это голубями вот эта почта, да? Телеграм, там марки вот эти. Ой, дедушка меня много чему научил. Евочка, конечно. Ева, ну, вам будет очень приятно, если я вам покажу все, что дед меня научил, конечно. Ты идите сюда, мне так неловко вас трогать, конечно. Чуть левее, пожалуйста. Я руки помыл, честное слово, в ведре вот там вот, у меня очень чистая вода.
Watch me isolate, ay, watch me isolate. Clear the room, I'm coming through. They wanna see what I'm. Мне хотя бы немножко удалось вас удивить. Это очень круто. Девочка, ну вы не жалеете, что я пришел помыть вам тут как бы паркет? Да. Ну, если вы, конечно, оставите мне свои там телеграммы. Боже мой, мне даже записать некуда, одна губка. Да, спасибо спортивному комплексу «Молодежка», что предоставили нам такую площадку, где можно с кайфом порубиться и поснимать качественный контент. Да, вот ценник там вообще адекватный. Есть что? Ссылочки везде в описании. У меня начальство все видит по камерам. Я собираю тут премии. Такое тоже иногда случается. Я готов, я открыт. Ну, мне не интересно с вами немного играть. А ты можешь через меня сюда встать? Через тебя, да, можно, конечно. Не, мне кажется, ты еще больше. Давай через меня поменьше. Через тебя, да, можно через и тебя, через всех. Все? Вы готовы? Мне кажется, пора здесь еще одну генеральную уборку провести.